на очередь сразу встали, и тогда только электронная первая очередь появилась. И у меня же маленькие двойняшки, и все, распределение, подошло время их сады, и нас распределили, электронная очередь распределила в два разных садика. Один, ну, в железнодорожном районе, где Агропром, а второй на Калинина. Ну и мы тогда так с ужасом, если честно, узнали, ну это полдня надо их развозить и потом полдня собирать, причем это не, тоже не близкое место. И начали, когда выяснять, я, там, я обращаю, супруга обращалась в Министерство образования, они тогда выявили, что действительно программа, она же не чувствует внутреннее состояние. Там, ну да, есть фамилия, имя, отчество, а что это родные сестры там, или родные братья, она никак не восприняла. Поэтому там тоже потом поняли, что программа должна и эти моменты. Ну вот, потом перекомплектовали их в один сад. Ну, они уже... С три года вы вовремя пошли. В три года все вот надо. Да, в три года, да. Сейчас вы уже в школу. Ну, мы... Да? Нет, с 1 сентября.